На трех коммерческих автобусных маршрутах в Твери стоимость проезда снижена до 25 рублей. Речь идет о маршрутах под номерами 7, 33К и 205. Ранее одна поездка на этих маршрутах в городской черте стоила 30 рублей. Повышение произошло в феврале в связи с выходом на линию нового подвижного состава. Снижение стоимости проезда связано с образованием конкурентоспособной цены при работе на линии новых автобусов, в том числе низкопольных МАЗ-206. Также рассматривается возможность снижения стоимости проезда на маршруте номер 208.